В Центральном парке состоялся пасхальный фестиваль Подольской епархии городского округа Люберцы. Он устраивается второй год. Праздник стал популярен у жителей. Подробнее в нашем сюжете. Братья и сестры, вот по сути пасхальные дни, у нас сегодня пасхальный фестиваль. Я благодарен Владыке, что в этом точке, где мы проводим вот это красивое, хорошее мероприятие, Богу угодное, избранные Люберцы. Пасхальный фестиваль организован Люберецким благочинием и администрацией округа. Владимир Ружицкий и архиепископ Подольский Люберецкий Аксий поблагодарили всех, кто активно содействовал организации праздника, и вручили благодарственные письма. Все это служит на общее такое вот единение, которого нам, к сожалению, не хватает в нашей жизни. Но подобные мероприятия, они всегда дают какую-то, знаете, точку отсчета, проходя которую можно планировать дальнейшее развитие. На праздник прибыли представители всех 9 благочиний Подольской епархии. Также присоединились депутаты. Лидия Антонова в свой день рождения посетила фестиваль. Сегодня в проповеди Владыка Аксий как раз говорил о внимании к людям, как важной черты каждого человека. Вот мне кажется, что действительно не случайно Владимир Петрович Люберцы от слова «любить», мы в это верим. Мы стараемся поддерживать каждую семью, поддерживать каждого человека. Просветительская функция этого фестиваля, она достаточно велика. Я уверен, что не только в городском округе Люберцы, который является одним из центров Московской области, но и по небольшим нашим городам, и в Дзержинске, и в Котельниках, и в других территориях мы тоже подобные фестивали будем делать. Праздничная программа рассчитана на 8 часов. Среди мероприятий торжества более 50 мастер-классов, хоровой фестиваль, выставки, полевая кухня и пасхальный бал. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.